С вами Белякова Алла. Хочу вам показать. Еду сегодня на тренинг «Долина». Тренинг «Долина» от Аяза Шабутинова. Сегодня четвертый день. Мы будем говорить про продукт. Буду вести, надеюсь, что буду вести, мне разрешат прямые трансляции. Хочу показать, какой красивый сегодня денек. 14 апреля сегодня. Это город Дзержинск, выезд из города Дзержинска, дорога на пластик, она называется. Я уже с утра завезла доченьку в школу. Мы живем за городом, а учится она в городе Дзержинске во французской школе номер 22. Изучает французский язык. Вот. А вообще, поднимаюсь я теперь, представляете, уже который день, в 4:30 утра, просыпаюсь сама. Дальше потом утром я обязательно бегаю, выхожу на пробежку. Сегодняшнее утро было вообще красивое. Ой, глядите, какая красота на небе. Разные оттенки голубого. Не знаю, видно вам или нет. Сейчас, кстати, на долине будут... У нас фотограф есть, Дмитрий. Он нас научит, как снимать лучше. Я постоянно стараюсь совершенствоваться так, чтобы было красиво. Это вот Дзержинская ТЭЦ, наверное. Вот, с утра я уже успела побегать, сделать зарядку. И сегодня событие замечательное. Я научилась писать сторителлинг. Это вообще чудо. Я так давно хотела, я написала сторителлинг ВКонтакте. Писала, засекла время, даже писала 50 минут, это долго. И получился он очень крутой. Я всем советую вам его почитать. Попробую оставить под видео. Ссылку на этот сторителлинг. Это первый мой опыт. Мне, конечно, очень важен ваш отзыв. Понравилось, не понравилось. Вот такая вышка у нас есть. Я этому очень рада. И вчера еще замечательное событие у меня было. У меня была встреча с наставником из долины. Это Роберт, который выиграл 13-ю долину. Его команда стала лучшим в долине. Вот. И его команда победила, получила замечательные призы. Вот. У самого у него есть уже давно бизнес, он занимается оптовой поставкой молока и другие проекты развивает. И является наставником тоже для многих людей, для тех, кому интересно, как вообще можно зарабатывать деньги, как можно развиваться как предприниматель. Вот, народу что-то прям плохое. Дзержинск, окрестности. Город Дзержинск. Сейчас сверну на дорогу, которая грибная называется. Осенью, когда ты съездишь, здесь кругом машины стоят. И грибники. Последнюю осень вспоминаю. Вот. Объездная дорога. Выезжаю на московскую трассу. Немножко запаздываю. Но, надеюсь, люблю ездить на большой скорости. Надеюсь, что успею. Будет новый завод, который у нас выстроили. Иностранный. Сейчас вот он называется. Раймонд Трус. Не знаю, что это такое. Это промышленная зона города Дзержинска. Еще один новый завод. Транспортно-логистический терминал, вернее. Новенький прям. Вот. Буду рада вашим лайкам. Буду рада вашей подписке на свой канал. Вот. Люблю вас, целую, желаю вам всего самого хорошего. Ну и удачного сегодня субботнего денька. Сегодня такой замечательный солнечный день. Часочек. Ну, я не позволяю себе отдыхать никогда, если только когда-то большой праздник и приходят гости. Люблю очень гостей. Вот, всем привет от многодетной мамы, это я, и многодетная семья. Все, снег последний, лед последний, 14 апреля сегодня. До свидания, ждите моих дальнейших видео, буду рада вам быть полезной. Все, пока-пока.